Эй, почему тетя Мари не оставила мне большой куш? Милый, большой куш – это жаргон. О, правда, что ли? Сынок, ты получишь долю после 21. Тетя Мари боялась, что ты примешь неверное решение, поедешь в Нью-Йорк и погибнешь. Папа. В наши дни полиция может идентифицировать труп по зубам. О. Сэмми. Биг, может, пересмотришь свое решение? Ты просто унизишь себя, люди будут смеяться. Это безумие. Твой отец прав, ты совершаешь огромную ошибку. Да, тебя могут убить. О, вы устроили потрясающие проводы. Ты ничего не знаешь об этой Луиз Кузенковой. По телевизору у нее мертвый взгляд. Ты абсолютно прав, папа. Ноль эмоций. Выглядит как серийная героиня. Все будет хорошо. Мне ехать всего лишь 2700 километров. Мой маршрут спланирован, рассчитан и... Я хочу начать новую главу своей жизни. Вычитал в печеньке с предсказанием? Сэмми? Люблю попки ковбоев. Это был папа. Что? Я не знаю. Ладно. Да. Что такое любовь в теннисе? Ничего. Люблю вас. Я позвоню. Если не ответим, оставь сообщение по пути обратно. Сэмми. Сэмми. Это был... Эй, по моим расчетам, у тебя ничего не выйдет. Мы любим тебя, Биг. Не умирай. Иди в дом. Ладно, я пошел.